Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хотел поделиться новостью. Мы сейчас оформляем лицензию штата Нью-Йорк на генеральный подряд. Потому что у нас сейчас еще есть одна идея, одна концепция. Она близится к началу реализации. Я об этом уже немножко говорил, что мы хотим заняться ремонтом старых помещений, старых домов, которые после ремонта можно продать дороже. Для этого делаем лицензию, которая позволит нам нанимать контракторов, компании, которые будут работать с нами по договорам, и мы будем либо компании, либо частных лиц, которые будут делать ремонты. Ну и дальше этот объект недвижимости будет продаваться по повышенной цене. Я приводил примеры уже таких сделок, рассказывал о том, что мои знакомые многие занимаются этим бизнесом. На самом деле в разных штатах это популярно. И если вы сами просто возьмете калькулятор и посчитаете, то можно посмотреть на цифры. Просто посмотрите даже на том же Zillow, это сайт, на котором объекты недвижимости выставляются, сколько стоят объекты в плохом состоянии и сколько стоят объекты, которые сделаны и отремонтированы. Я не буду сам ремонтировать, я вам говорил уже тоже в предыдущих видео, что я не люблю эти стройки, в этом не понимаю, не разбираюсь, каждый должен заниматься своим делом. Мы лишь будем управлять процессом. Сейчас я нашел человека, который раньше занимался строительством в России. Здесь он поработал в строительной компании. И сейчас он будет формировать свою бригаду. Уже начал это делать. И вот мы начнем пока с ним работать. Просто этому человеку доверяю. В дальнейшем, может быть, будет несколько таких людей, которые будут заниматься ремонтами, то есть мы будем просто несколько объектов брать и отдавать эти объекты одной бригаде один объект, второй бригаде другой объект и так далее. Также обращаюсь ко всем зрителям Русской Америки, которые собираются приезжать в Америку в ближайшее время, которые умеют что-то ремонтировать, строить, специалисты, каменщики, там, плиточники, не знаю, паркетчики, много профессий, строительных специальностей. Вы можете мне писать в Viber плюс 1-347-265-6186, что у вас вот есть такая специальность. Я буду вас переключать как раз на вот этих прорабов, которых мы сейчас ищем и с которыми договариваемся. И, возможно, они вас возьмут на работу. Скорее всего, возьмут, потому что толковых строителей не хватает. И толковые и строители, которые умеют выполнять правильно свою работу, хорошо здесь зарабатывают, даже если у них еще нет документов. Можно зарабатывать и $25 в час. Это примеры из истории наших клиентов, которые специалисты, и действительно они на расхват, и они зарабатывают очень хорошо. Конечно, если вы получите документы, то вы еще больше будете зарабатывать. Поэтому сейчас буду много снимать и рассказывать о домах, о стройках. Я договорился с Дмитрием, который живет в Нью-Йорке. Он очень давно приехал в Америку. И он занимается как раз инвестиционными проектами, в основном в Стейт-Айленде. И мы с ним договорились, что он даже сделает такие расчеты. Сам он не хочет сниматься на видео. Сначала попросил, чтобы, ну, договориться, чтобы он рассказал. Он говорит, я очень, говорит, люблю светиться. В общем, я тебе просто покажу расчеты и покажу объекты, а ты сам типа озвучишь. Ну, так что вот так договорились, поэтому он даст просто вот объект, с которого он заработал там $150 тысяч, даст объект, с которого заработал $200 тысяч. То есть он вам покажет просто вот объект, он купил его вот за такую цену, сделал ремонт на такую, вложил в ремонт такую цену и, получается, продал за такую цену. И вот разница от того, что продал, от того, что вложил, получится прибыль. То есть вы все эти цифры увидите.
Ну вот такая вот краткая информация по поводу новостей, чем планируем заниматься в 2017 году.